В Ульяновском медицинском колледже состоялось мероприятие, приуроченное к 72-й годовщине Великой Победы. На концерт был приглашен ветеран тыла Нарбутов Исмаил Мустафич, который рассказал будущим медикам о своей службе и пережитых тяготах военного времени. Доводит свой кадрили военком 10 человек призывников. Говорит, вы попали в эти войска, войска НКВД. Охраны особо важных предприятий промышленности и железных дорог. Творческую программу представили студенты театральной студии «Вдохновение». Трогательное декларирование стихотворений, письма военных лет и инсценирование событий Великой Отечественной войны переносили зрителя в те нелегкие для русского народа времена. Дорогая жена, помни, в этой битве я либо выйду героем, либо погибну за великое дело нашего народа. Во время работы клуба «Поиск», который занимается поиском информации о медицинских работниках-земляках, пропавших без вести во время войны, студентами был организован свой бессмертный полк. К сожалению, ветеранов из года в год становится все меньше. Но мы обязаны помнить и чтить подвиги великого русского народа. Молодежь должна гордиться своими предками и следовать их высокому примеру. Марина Митрофанова, новости «Ульяновской правды».